Ку-ку, привет всем. Вот, короче, последний, нет, не последний, вот то предпоследний замут стоит. Короче, еще там в холодильнике лежит одна чайная ложка яиц и все. Не знаю, буду сегодня искать циклопа. Заеду, конечно, в магаз, он сказал, она вряд ли появится скоро. Вот это остатки роскоши. Если циклопа найду, было бы, конечно, прикольно бы. Неплохо. Так, смотрите, что тут налупилось. Сколько тут разных мелочи пузатой. Где она? Уже поховалась. Было только что столько, я когда свет подключал. А, ну она, видите. Вот тут много было. Они там за кипятильником сидят. Под ним, по верхам. Тут уже глаза повылупляли. А тут уже глазастые такие ребята. Тут уже стрыбают. Он живут, они вот тут прям в аэролифте. Вот, смотрите. Ждут уже, ждут. Рачки ждут. Ну, а так все. Заиргут, как говорится. Никто, правда, из живородок не хочет рожать. Малыши сюда залазят через вот эти вот отверстия. Они сильно большие для нее. Но просыпаются, они сразу отсюда вылетают. Но она сидит вот толстая еще, пузатая. Пузатенна. Так, что тут? 200-х немає, вроде немає. Ихтиандр что-то хорошо себя ведет, не носится по аквариуму, как скаженный. Тут что у нас, и корочки нема? Нема. Да тут тоже вроде все хорошо, все в порядке. Надо сегодня заняться вопросом по осушению рек, дамб, чтобы, потому что дуже стало мне страшно, аж тремчусь. Так что такие дела. О, тут тоже порядочек. Сейчас рачками покормлю вот этих четырех красных гупарей. Блин, сейчас позвоню мужикару, заберу. Поменяю хоть на что-то в магазине. Ё-моё, точно, надо позвонить. Тут уже здоровые ребята. О, и тут еще, что тут, все здоровые, все здоровые. А там что-то хреново лупится экран, а лётом покрылась она в последний день. Короче, мало будет бычков в этот раз. Так, что тут у нас? Это второй день, третий пошел, да, сегодня? Получается так, экран кубируется. Ну да, получается так. Все, лайкосик, подписочка. Кто не подписан, кому интересно, подписываемся. Вот эту садануть сегодня. Так а куда ее садануть? Кормить чем, ё-моё? На сухаре малек поднимается вообще отвратительно. Так что, эти опять, это была или имитация нереста у нее, или я не знаю, что это было. У них, короче, одни понты. Ну, тут что, я их покормил уже сухарем всех. А что это такое, я не понял. Вот это надо выкинуть, вот этого быстренько сейчас ловить. Бля, видели, какая у него спиняка подряпанная. Может, он, конечно, я не спорю, пострадал вот в процессе пересадки. А ну, получится на хапок его сейчас ловить. Или нет, где он есть уже делся, кто видит? А ну, кто видит, где он этот, вон он, шкрябанный. Да-да-да, он что-то пострадавший такой. А ну повыше поднимись ты. Слышь ты, дурик, ты что усы сбрил, а? Оп. Не, промазал. Ах ты ж гад такой. Ты посмотри, оно вроде больное-больное, а як ловить хрен зловишь. Есть. Вот, а надо его выкинуть сразу. Так, гупер, уйди. Гупер. Трупер. Где он? Вон оно царапанное. Сейчас я его отсюда, бля, мы его ликвидируем. Так, а ну. Бля, кентуха. О, а он и выплыл, да? Ты где? Эй, дружаня. Концумир. А кар кормить? Где он делся? Ну, то все, то уже сейчас заныкается. Вот, блин. А ну-ка. Ах ты ж, диверсант. Где же он есть? Все, потерял я его из виду. Ну, гусь. Гусяра, заныкался, ты посмотри. Як пес, скорее-то такой. Угу.
Ну, где ты есть? Все, короче, сховался. Ладно. Потом словлю. Надо его убрать. Я убираю таких вот этих подозрительных личностей. Надо ликвидировать. Не, все, нету его. Я его не вижу, надо долго искать. Может, вы и увидели тут где-то его. Как не он, а Дима заметил не он, а я смотрел, смотрел, а потом на камере вижу, на видео, а так его не вижу. А потом нашелся, есть не ониха. Так, где ж ты есть, Ля, ну все, это он очканулся, потому что продуманная же воротка, это вся рыбка продуманная, говорит, дурная, вот он. Ах ты ж паразит, юркнул, вот оно, чудо природы. Ты что ж ты посмотри, какое оно... Хитрая, мудрая. Все, снова потеряла его. Вон он. Вон он, гад, вон он, пошел аж туда. Ну то все, я же говорю, то оно продуманное уже там будет сейчас ныкаться под стаканчиками, за стаканчиками. В следующий раз, значит, он попадет. Все. Блин, вот эту покупку хотел отвезти поменять, ну ладно. Другой раз тогда. Все, покедово. О, и так 6 минут набалакалы. Вот он опять. Ты же нахавчик, я же вас покормил, вы. Оп. Вот он. Все. Есть, словили. Так, кто будет есть его? Кто будет хавать? Я думаю, вот этим дать похавать, на. Ну, слабонервным не смотреть. Но они сразу могут у него схавать, то там молодежь, конечно, пиво порвала бы. Порвала бы я тузик грелку. Ну, хай вот этот имбецил, вот этот хай сражается с ним. Вон он, давай, кобелюха, назад. Да видит он его. Меджуется, что это за красная рыба. Все, короче, покедушки. Надо сцеживать Артемию.